дают костюм. И вот этот один из знаменитых местных монстров. Как они меня бесят, вот эти монстры их. Ужасно выглядят. Ужасно не в смысле страшные, а страшные в графическом плане. Вообще противные, пипец. На голову такая хрень одевается и зомбаком становится. Блин, давайте мне быстрее этот уже костюм грёбаный. С кочергой. О, музон. У меня руки появились. Тут еще распрыжка, походу, есть. Видите, как можно распрыгиваться. О, знаменитый нигер. Здорово, нига. Вот эти меня бесят выключатели. В какой-то стадии там их надо было втыкать куда-то. Пипец, я их после этого ненавижу. Ага, вот уже надо воткнуть. Но, по-моему, там еще где-то это будет момент. Дезинтегрировали пизду. Пиздец, почему меня сразу нельзя было дезинтегрировать на эту цитадель? Говноёбством тут заниматься, нахуй. Ебать, а если хуй туда сунуть? Чё будет? Пиздец, грёбаный доктор. Опять эта хуета, почему они её не убили, блядь? Пизданутую дуру. Вон тот долбоёб прикольный, я его помню. Ебать, я к этому попал, пиздец. Хорошо, что это... в крематорий не попал. Я тебя, сука, задушу. Бля, ебать, я кончаю с этого небоскреба просто. А эти трубы стандартные, как это. Коптевская ТЭЦ или какая там ТЭЦ. Тыщ, тыщ, тыщ. Сейчас я буду чем-то ломать. Пиздец, долбоёб, ты мне бы... Где чтоб, блядь, миниган бросить? Бросил какую-то хуету. Пиздец, долбоёбище, нах. Вот из-за этого кретина этот Гордон Фримен будет бегать и хуярить грёбаные деревяшки этой хуетой, кочергой. О, поезда, я люблю поезда. Наши поезда, самые поездатые поезда. Еще бесит, как разламывать нужно вот эти все ящики, пиздец. И все, пошел экшен, амбиент, амбиент. Куда, блядь, куда бежать нахуй? Тыщ, 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 тыщ. Все, пошел нахуй, пальба пошла. И тут все время не знаешь, куда нужно бежать. Блядь, куда бежать, ты ебаный в рот. Сюда, не сюда нахуй. Вот что я не люблю в этой игре, это зачастую непонятно, куда бежать. Да ебаный в рот нахуй, отъебитесь от меня. Пиздец. Да иди ты, сука! Ебать! Охуеть! Охуеть! И надо запрыгнуть, запрыгнуть надо, надо запрыгнуть нахуй! Запрыгивай, сука. Цепляйся, нахуй. Да цепляйся, я тебе сказал. Пиздец, чё эта хуета в меня стреляет? Ну и куда хуярить, блядь?
О, сюда нахуй. Могу поспорить. Ух ты, ебать, лестница наверх. Хоп, хоп. Пиздец, я гений. Ебать, надо ломать досочку. О, бля, зарядка стазиса. А вы думаете, откуда нахуй? Эта хуета появилась в Dead Space. Вот тут достаточно пиздато выглядит графика на самом деле. Ух ты, ебать, а будь махач. Ха, сука! Ха, себе пидор, бля! Ту-ду-ду. И вот у меня и появился первый пистолет. Вот тут вот нормально еще выглядят. Текстуры, конечно, но на тот момент были очень ничего. И вообще вот так вот коридорчик живенько. Вот что я еще ненавидел, это вот эти вот типа листы бумаги разбросанные. Как видим, есть драг-дролл. И вот эти вот плакаты, разорванные на стенах, бля, пиздец, как они меня бесили. Ебать, вот просто реально. Вот эти вот все канистрочки, пиздец. Вот эта картонная коробочка, нахуй. Вот реально, знаете, как выбешивало. Вы даже представить не можете. И этот пистолет, что меня бесит, бесило и ща бесит, то, что оружие здесь зачастую, к сожалению, какашка по мощи. То есть пистолет здесь пукалка вообще пиздец. Пэм, пэм, пэм. Все, короче. Пукалка вообще прям. Никакого кайфа от его стрельбы. В том же Думе третьем от пистолета в миллиард раз больше кайфа. Хотя там тоже пукалка. Но здесь это особенная пукалка. Бля, пиздат, как он падает. 9-миллиметровый, видите ли, пистолет. Зато здесь можно взрывать эти самые. Вот да, и они еще катятся. Это пиздатые взрывы, достаточно пиздатые. И вообще здесь физика, конечно, здесь прям продвинутая. Что и говорить, это Сурс, блядь. В Думе третьем похуже. Сейчас тут будет опасный момент. Если туда проехать, то просто сдохнешь. Бля! Ебать. Ну, а счет в этой игре вот меня все время выбешивало. То, что нужно все время думать, куда бежать, куда бежать. Потому что реально это коридорный нахуй шутер, но... Он как бы имитирует, типа не коридорный, но на самом деле коридорный. А вот что я люблю, это как кровь от врагов на стенах. Вот это пиздато, что и говорить. Представляете, бежите вы так по заброшенному этому. Правда, тут знак Л. И тут раз, патрончики так. И все такое. А сцены при дневном свете здесь доставляют удовольствие. Потому что много будет уровней не при дневном свете. И там освещение хуже, это все херовее выглядит и неприятно. Травка относительно неплохая по текстуре, но... Так, в принципе, не очень. Блять, откуда? А еще когда эти помирают, такой звук. Тынь, как будто пульс прекращается. Честно говоря, это тоже вообще реально выбешивало. Блять, а эти гребаные по воде пробежки с этими вот гребаными воротами, вот именно такими. Это и с этими ящиками вот плавающими, бля, пиздец, это тоже так выбешивало. Просто сил не было. Потому что все-таки графика такая достаточно какая-то специфичная. Вот это вот бесит. Вот эти вот камни, как-то это... И тогда, много лет назад, это еще как-то более-менее все-таки получше выглядело, но уже та вот реально выбешивала прям. Пиздец, вот это вот... Уёбищный таракан, нахуй, куда он съебал? Бля, куда он съебал, нахуй? Пиздец, он волшебник. Только что его не было. Такое ебанутое хуйло прям, ну, выглядит вообще по-ебанутому. Не круто, блядь, ничего в этом нет крутого.
Блять, кастует что-то, сука.